Core Wellman. Швидка допомога вашому серцю. Что-то прилетело, и что-то горит, и даже повторная детонация идет. 8 липня, понеділок, традиційне зведення з нашим військовим експертом Романом Світаном. Відразу хочу попросити вас, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підпишіться і, звісно, поділіться. Пане Романе, це удари по півдню нашої країни. Давно не було прильотів по критичній інфраструктурі. Мелітополь, аеродром. Кажуть, що як мінімум там стояли під час удару Су-25 і К-52 гелікоптери Мі-8, а також дивізіон С-300. Ось удари по цьому аеродрому. Ну, это не совсем критическая инфраструктура, это чисто военный объект на 100%. Аэродром Мелитополь россияне используют как основную базу для вертолетов и как аэродром подскок, оперативный аэродром для российских сушек, с которого они работают по Херсонскому и Запорожскому направлениям, как раз около до 70-80 километров по дальности в одну и в другую сторону. Им просто удобно с этого аэродрома работать. Подлетное время, ну, где-то до 20-30 минут. Это если самолетом, а вертушкой, конечно, тарахтеть практически до часа в одну сторону. Но, тем не менее, они используют этот аэродром. Естественно, он для нас такая одна из самых жирных целей. Просто надо определенный расклад по расположению самолетов и вертолетов. То есть ведется работа довольно-таки такая интенсивная и кропотливая по расположению, по понятию, где стоят, допустим, те же макеты, где стоят настоящие, допустим, зенитно-ракетные комплексы, вертушки или самолеты. Россияне также используют макеты и довольно-таки успешно, причем очень много у них макетов, то есть они пытаются дорогущие наши ракеты вытащить на себя, в принципе, как и мы это делаем, то есть это, в принципе, такая разнополярные действия по выполнению боевой задачи. Но, тем не менее, аэродром подвергся удару, дальность позволяет работать по аэродрому 80 километров. По большому счету, если расположить правильно, допустим, тот же «Хаймерс» ракета М-31, и она дойдет, просто очень опасно, да, практически на нуле надо подтягивать. Но, тем не менее, наши специалисты и это могут делать одномоментно, на определенное время, на момент пуска выходят, выполняют боевую задачу. Плюс атакамсы могут туда достать. Ну и наши ракеты Storm Shadow и Scalp, уже говорю, наши, так как носителями пока «Миражи» не подошли, носителями являются Су-24, и они также используются. «Миражи» подойдут, ну тогда уже они будут работать этими ракетами, причем в два раза успешнее, так как на «Мираже» стоит прицельное оборудование, система управления ракетой, то есть летчик может вмешиваться в маршрут, перенацеливать, там много функций и опций, которые дает возможность, допустим, базовый самолет использовать эти ракеты, а не наши старые советские, которые в данный момент используются как разгонные ступени, максимум как рогатки для запуска ракет. Пане Романе, от ви згадали про ракети «Скелп», які нам надають французи. Зараз вони на передових шпальтах, тому що там відбулись парламентські вибори. В першу чергу хочу показати нашим глядачам, як працюють ракети, які також нам надають французи. АСМ-250 «Хаммер». Ось вони, наші ракети, також, можна сказати, б'ють по позиціях ворога. Чому я згадав відразу ці ракети і Францію? Тому що там мали перемагати, за всіма прогнозами, ліві сили і Марі Ле Пен, яка кричала, що не буде надавати зброю Україні, заборонить бити по території Російської Федерації. Але щось пішло не так. Ну, от много говорила, то это Ле Пен, это ультраправые силы, которых, ну, мягко так скажем, спустили обратно оттуда, откуда они пытались выпрыгнуть в руководящую роль французского парламента. То есть их обратно вернули. Так как слишком пророссийская позиция, слишком пророссийская, причем антиевропейская, даже антифранцузская, я бы даже так сказал, исходя из понимания процесса, потому их вернули обратно. Демократия, ничего здесь не скажешь, причем высказывания Ле Пен, особенно в последнее время, они слишком ей попортили. И, то есть сейчас
нахождение рядом с российским престолом, так называемым этим ФСБшным, но оно плохо сказывается на политические дивиденды для всех, и не только европейских, для всех мировых лидеров, это уже понятно. То есть Ле Пен, это такой ультраправый французский, это один из таких показателей. Будут у нас и хаммеры будут поставляться и скальпы. И, я надеюсь, зайдут миражи. Не просто так наши летчики на Альфа-джет уже летают несколько месяцев. Альфа-джет – это самолет учебно-боевой, он, в принципе, неплохой штурмовик, то есть выполняет и боевые задачи, но в основном для подготовки как раз перед полетами на миражах или там на рафалях французских. Потому, я думаю, та группа, которая несколько месяцев назад вышла из обучения в Великобритании и ушла во Францию на Альфа-джет, вот она может как раз зайти на миражах, и мы, может быть, еще быстрее, чем F-16, увидим французские миражи. И, естественно, то, что говорил Макрон, обещал и, так сказать, ставил определенные задачи, особенно перед военными, я думаю, оно свершится. Пане Романе, вчора ми з вами, відразу після зведення нашого з вами, стало відомо наступне, що потужно гурівці відпрацювали по Воронівській області. Давайте подивимося відео, а потім проговоримо. Ну, от такі от потужні звуки детонації повідомляють наступне, що там був надпотужний склад боєприпасів, відповідно, там евакуація почалася. Ну, і наслідки, от якщо ми глянемо, як воно виглядає, це просто феноменально. Ну, вигоріло все, потужна робота. Да, і причому це комплексна робота. Удар може бути і гуровський, але це комплексна робота служби внешньої розвідки, служби безпеки, наших спецслужб і, звісно, Головного управління розвідки, сил спецоперації, які включені в рішення такого роду задач. Це ж цілий комплекс мероприятий. Тобто, починає від розвідки до розвідки, коректировки, выполнение боевой задачи, подтверждение, то есть это причем подтверждение и корректировка, да и в принципе разведка, да разведка идет из трех источников как минимум, то есть подключаются все спецслужбы, дальше в определенном, на определенном уровне это все суммируется, естественно, принимается решение на уничтожение и идет поражение. Вот такого уровня складов боеприпасов до глубины 300 километров, ну там сотни складов у россиян вот до 300-километрового уровня. То есть это Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская, Ростовская области, это как раз вот трансграничные области, в которых расположены, ну помимо аэродромов, сколько мы уже об этом говорили, еще и сотни складов. Их, естественно, надо вычислить, потому что они довольно-таки пытаются их прикрыть, вычислить, работает или нет количество боеприпасов на данный момент. Оптимальный вариант при разгрузке это все, или при загрузке, либо при разгрузке это все доставать, потому что там есть определенные механизмы прикрытия уже потом, после разгрузки или перегрузки. И в это время наносить удар. Вот один из таких ярких примеров работы по российской территории наших спецслужб. Хотелось бы, естественно, чтобы это работали не только ракеты или наши беспилотники, ракеты малой дальности, а хотя бы 300-километровые атакамсы. То есть ждем, в конце концов, пока байденовская администрация решится на разрыв тех договоренностей, которые у них есть с Москвой. Ми ще згадаємо про Байдена, про НАТО. Пане Романе, є певна інформація, роздуми в наших депутатів. Хотів би показати нашим глядачам, як працюють наші дрони. Це окрема механізована бригада чорних запорожців показала, як вони ліквідовують дроном Т-90М «Прорив». Танк російський, він коштує 4,5 мільйони доларів. Ну і Путін його називав одним з найкращим в світі танком. Все от задачи. Если у танка стоит задача, допустим, двигаться по земле, выполнять определенные боевые действия, он, конечно, неплохой танк с точки зрения именно выполняемых действий. Но с точки зрения, допустим, прикрытия от воздушных средств поражения,
это очень хорошая цель. Любая коробочка, любая броня – это очень хорошая цель для любого воздушного средства поражения. Я сколько раз об этом говорил. В этом тысячелетии авиационная компонента основная. Негде спрятаться. Это и пока танки не начнут, допустим, на 2- или 3-метровой глубине прокапывать себе ходы, это типа, это им надо с шахтерами вместе соединиться для того, чтобы вот такие землеройные танки были, и чтобы они могли укрыться как-то от воздушной компоненты. Пока все будет на земле, но все будет на земле и на воде, оно все будет уничтожаться в ноль. Ну, просто нет механизма укрыться от ударов с воздуха наземным средством поражения. Ни скоростью, ни броней, потому что на любую броню находится там тандемный боеприпас, кумулятивный боеприпас. Есть много механизмов, как любую броню, в принципе, вскрыть. А скорость не позволяет уйти от воздушного судна или от ракеты, или от беспилотника. Потому дело времени, пока все эти прорывы, зарывы и подрывы будут уничтожены нашими средствами. Ну, от, власне, і в коментарях запитують, як виглядає FPV-дрон, на що ми збираємо. От QR-код, зараз далі ми продовжуємо збір на дрони «Камікадзе». Відповідно, це справді, це казав Олександр Сирський, також головнокомандувач Збройних сил України, що це потужна зброя. Ну, не на рівні, можливо, з артилерією, але вони реально працюють. І птахи Мадяра на Харківщині також демонструють, як воно нищить. За останній там період вони за один день там і багі, на яких їздять ворог, теж понищили. Це робота суть FPV-дронів. Ось, будь ласка, QR-код, давайте долучитися. Ви вже бачили, і ми вам показували, як працюють вони і що вони роблять. Пане Романе, якщо говорити про Донеччину, слухайте, ну це феноменально. 12-ту сушку вже ліквідували, яка летіла і працювала по наших позиціях. Незмінно 110-та бригада над ними працює. Я думаю, вони можуть просто вже ці от сушки і пілоти сушок в якихось страшних снах бачити саме 110-ту механізовану бригаду імені генерала Хоружого Марка Безручка. Ну, там немножко не так завязано на бригаду, как на направлении. Если бы на этом направлении стояла другая бригада, то тогда бы она выполняла эти задачи. Дело в том, что не так много направлений, из которых могут работать, по которым могут работать самолеты типа штурмовика того же Су-25. Им приходится идти на предельно малых высотах. Надо прикрываться складками местности для того, чтобы подойти и выполнить боевую задачу. Дальности у нас сейчас перехватов, которые есть и которые нам передаются, до 6 километров ПЗРК работает. А, допустим, отстреливать даже с кабрирования НУРСами, то есть неуправляемыми реактивными снарядами, самолеты могут 7-8 километров, они просто дальше не летят. Еще и надо угол атаки подобрать, то есть угол подъема носа самолета, для того, чтобы по определенной уже баллистической практически траектории ракета дошла, выполнила боевую задачу. Так вот, эти уже границы 6-7-8 километров наши войска перехватывают. А есть группы, которые заходят на 2-3 километра, группа заходит с трубами в тыл противника и просто поджидает, понимая, откуда будут идти самолеты. Еще раз повторюсь, им приходится идти на предельно малых высотах. Маршруты, их не так много, по которым они могут идти. Это та же самая картина, как и танкоопасное направление. То есть есть некоторые складки местности, которые те же танки просто не преодолеют. А самолеты за этими складками просто прячутся, пытаются. Естественно, зная, куда, как могут идти самолеты, эти направления определены. И в принципе, просто так сложилось, что 110-я бригада находится на одном из таких направлений, естественно, коридор, так называемый, или, по крайней мере, под выполнение задачи. И, естественно, там из-за большой интенсивности, из-за большого количества самолетовылетов, которые совершают летчики российские на этих самолетах, естественно, идет уничтожение россиян. То есть этот коэффициент, он не больше, не меньше, чем по всем направлениям фронта, сам коэффициент, то есть процентом отношений. А только из-за того, что именно интенсивность, то есть, 100, если так сказать по-простому, 110-й бригаде конкретно достается от авиации противника. От этих Су-25-х, естественно, она их минусует, то есть в том количестве, в котором может, исходя из своих возможностей. Пане Романе, і далі про головне управління розвідки. Вони повідомили наступне, що вони провели дві спецоперації на Донеччині. Відбулось влучання по
серйозних позиціях ворога. І серед них, ось ми бачимо, вони самі продемонстрували, вони влучили в дуже якусь унікальну ціль. За їхніми словами, і за там Defense Express також пише, влучання в автоматизовану станцію постановки перешкод, яка називається Р-320Ж «Житель». Що це є і чи справді воно унікальне? Ну, жители, их, кстати, несколько штук уже отминусовали. Это система РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Серьезнейшая система радиоэлектронной борьбы, которая, ну, прикрывает довольно-таки, то есть довольно-таки широкий участок и по диапазону, и по ширине фронта. И вычислить ее, уничтожить, это, ну, в принципе, одна из основных задач той же разведки. Как раз вот это одна из основных задач разведки. За ниткой фронтовой разведки в том числе, за ниткой уничтожения систем противовоздушной обороны и уничтожения систем радиоэлектронной борьбы. С одной стороны, любая РЭП, она светится как новогодняя елка в радиодиапазоне. И, допустим, если бы была у нас сейчас авиационная компонента, то мы бы теми же F-16-ми, ХАРМами, можно было бы эти все РЭП выщелкать просто. Почему? Потому что она работает чисто в радиодиапазоне, на нее зайдет ракета. Даже один раз она ее увидит, ракета запоминает точку, где она работает, даже если в выключенном состоянии ракета попадет там, где был выход последнего сигнала, именно система радиоэлектронной борьбы. Но у нас пока F-16-х нет, и потому приходится ГУРу и еще и эту составляющую брать на себя. Они уже у нас и моряки, и противорадиоэлектронщики, и, в общем, на все руки мастера. Молодцы. Тут разведке, конечно, надо ее похвалить в этом смысле. Еще раз повторюсь, появится F-16, когда летчик сможет управлять ХАРМом непосредственно из кабины самолета этих жителей и не жителей российского этого российских их просто не будет вот в таком режиме, потому что очень быстро принимается решение, непосредственно сразу там доли секунды уходит ракета, несколько секунд полета, она ее отминусовывает. Просто нужны F-16 именно для этих целей, непосредственной работы. Иначе, а сейчас у нас получается наши самолеты, которые запускают ХАРМы, они тоже используются в качестве рогаток, то есть не более того, так как в голову ракеты вкладывается предположительно в район нахождения этой станции РЭП или системы радиолокационной системы на земле, то есть техниками на земле. После этого летчик поднимает ХАРМ в воздух, ее сбрасывает, она летит по тем данным, которые шли на земле, а там уже может быть и не быть этой РЭП. Почему и нужен самолет в этом смысле, носитель непосредственно такой ракеты, для того, чтобы летчик там за несколько секунд, десятков секунд мог определити і запустити ракету непосредственно по работающей станції. Пане Романе, і незалежно від того, хто очолює уряд в Британії, хто стає Мінобороном Британії, підтримка від наших вірних партнерів постійно є, була і буде. От в неділю, 7 липня, до України в Одесу прибув новий Міноборони Британії, звати його Джон Гіллі, і він оголосив про ще один пакет допомоги для України. Там 250 тисяч снарядів, 90 протитанкових ракет Bridgestone, 10 самохідних артилерійських установок АС-90, ну і ще купа всього, в тому числі і розхідників. Оці от ракети Bridgestone, наскільки вони справді якісні на роботі, на фронті? Brimstone, по-моему. Да, это ракета 20-километровая, если по основной модификации. Хотя там есть модификации под 40 километров по дальности за счет двигателя. Неплохая ракета, в принципе, там килограмм 50 веса, по большому счету. Но она выполняет задачу, причем тандемный заряд. Идет у нее активная головка самонаведения радиолокационная. В принципе, ей надо просто целеуказание. И она выполнит боевую задачу по танкам, опять же, нужны носители. Основные нужны носители. Она может идти, конечно, по лучу лазера, то есть там есть и такое наведение. Но оптимальный вариант – это когда есть носитель, имеется в виду самолет, который может управлять ракетой непосредственно в воздухе. То есть или самолет, или вертолет. И уже выполнять эту задачу. У нас вертушки неплохо справляются, с одной стороны, но, опять же, хотелось бы Апач хотя бы, а мы даже за это не слышим, даже не слышим.
Пане Романе, якщо говорити про далі про допомогу, Нідерланди оголосили про їхній новий прем'єр-міністр від'їхав Київ, також оголосили про передачу комплексу Петріот, дивізіону Петріот. Чи я правильно розумію, що це той, який вони раніше збирали по ниці зі світу, знайшли ще країну, яка доукомплектувала її. Ну і сюди хотів би згадати заяву Столтенберга, що на саміті НАТО 9-11 липня в Вашингтоні Україна отримає там і ППО, і боєприпаси. Скажіть, будь ласка, чи може бути так, що просто наші партнери по колу згадують одні і ті ж системи і допомоги, а так виглядає, начебто нам дають зовсім різні установки? Так і є. Об одній той же установці проговорюють дуже багато участников. Ну, они реально все есть участники. И Нидерланды участники, НАТО участники, потому что Нидерланды в НАТО. И на Вашингтонском саммите это будет сказано, почему, потому что саммит НАТО, ну и так далее и тому подобное. Это один и тот же комплекс. То есть это один и тот же нидерландский комплекс, один и тот же комплекс, который нам передала сейчас Германия. Вот Патриот зашел сейчас и располагается. И это может быть те четыре комплекса Патриота, о которых мы уже говорим, израильские, мы сколько, уже два месяца о них говорим, с одной стороны, и все про них говорят, но вопрос еще не решен. Потому, я думаю, могут обозначиться по этим всем комплексам. И тот же комплекс, это может быть румынский, то есть мы опять о нем же, то есть еще раз его вспомнят. Но опять же, вспомнят, скорее всего, общим количеством, то есть заявят, допустим, там, что передаются там 5 комплексов, 5 или там 7 комплексов, но это как раз те, о которых мы постоянно говорим. Хотелось бы получить патриоты от Соединенных Штатов, непосредственно от Соединенных Штатов. Они же нам не передали еще ни одной машины. То есть пытаются, так сказать, поуправлять процессом где-то внутри Европы, но своих машин они так и не передали, практически ни одной. Вот один из вариантов, это, допустим, они могут перенаправить израильские комплексы, если они у них их заберут или по каким-то обменяют на каких-то условиях, а получить непосредственно американские комплексы, которые есть, самое интересное, они даже в Европе есть, но выполняют задачу, а иногда просто в режиме НЗ, то есть неприкосновенного запаса используется. И вот такого рода количество хотелось бы услышать. Это 5-7 комплексов. Нам бы сейчас их бы точно хватило для хотя бы каких-то таких критических решений вопрос. Пане Романе, і от глава постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв каже, що при цій адміністрації Сполучених Штатів Америки нам не отримати просування і вступ або запрошення Північно-Атлантичний альянс. Що ви про це думаєте? І загалом, наскільки захмарні перспективи безпосередньо того, щоб почали говорити про те, що Україна буде в НАТО? Не бажання Байдена, що я бачу Україну в НАТО, НАТО без України, Україна без НАТО теж не буде. Ну, це все полеміка передвиборча. Ну вот это же как раз проблема. Дело в том, что политики такого уровня входят в определенные отношения с политиками противоборствующих стран или неважно. То есть у них есть определенные договоренности, на которых они заходили во власть, которые пытаются удержать эти договоренности. Мы же понимаем прекрасно, что Обама, при Байдене, кстати, как раз Байден тогда занимался Крымом в 2014 году. Когда Крым практически отдали России. Что значит отдали Крым России? То есть, скорее всего, было определенное обязательство не начинать каких-то действий против России, если она захватит Крым. Где-то в другом месте они что-то за это получили. Это такие обмены некоторыми проблемами. Создаются проблемы, а потом она меняется. Естественно, эта администрация обамовская, байденовская. Тогда это Обама, сейчас это Байден. Но вся администрация, она непосредственно смотрит на Обаму, называет. Ну, так сложилось. Все эти Салливаны, Бёрнсы, Байдены, это все обамовская администрация. Это она до сих пор руководит Белым домом. И, естественно, там есть определенные договоренности с Москвой на некоторые решения проблем, связанных с Украиной. Одна из которых, тот же Крым, вы же видите, нам
Как бы мы ни хотели двигаться в Крым, эта администрация нам не дает этого делать. Разными механизмами останавливая наши движения, перенацеливая, там, давая или не давая технику, вооружение и так далее и тому подобное. С Крымом это понятно. Пока Байден у власти, пока Обама рулит в демократической партии, нам Крыма не видать. Вот они там рогом упрутся. Почему? Потому что что-то получили в 2014 году. Естественно, им надо наоборот как-то завернуть в юридическую какую-то обертку и передать это Москве. Та же самая картина по Донбассу, если помните Меркель. Вот если бы Меркель была до сих пор стояла во главе германской администрации, не видать нам вообще ничего. То есть на нас бы просто слили дальше, то есть и Донбасс, и Запорожье, и Херсон, и так Меркель действовала по Донецку, это видели прекрасно, это понимаем. Так вот, Байден на данный момент, так же само байденовская, обамовская администрация, она, скорее всего, продала не вступление Украины в НАТО Москве, и мы же видим, как они упираются именно этому вопросу, именно вот такому подходу. Вот что угодно, но только не НАТО, почему? Потому что это одно из условий Путина. И, скорее всего, он что-то за это выполнение этого условия, байденовская, обамовская администрация за это что-то получила. Что угодно это может быть. Газ, алмазы, титан, алюминий, ну что попало. То есть это отследить сложновато, по крайней мере, это только если на подвал всех садить в российской и донецкой изоляции, вот тогда может что-то расскажет. Все вместе взятые. Но вопрос в том, что нам от этого понимания не легче. Мы просто понимаем прекрасно, если обамовско-байденовская администрация останется у руля еще как минимум 4 года, нам, во-первых, не видеть надо ни вступление в НАТО, ни разговор это одно, но движение в НАТО нам не видать при Байдене. Естественно, это будет вот такое же сопляжуйство, как оно сейчас третий год мы видим с самолетами, с ракетами, ну и так далее и тому подобное. Потому для нас очень выгодно, если Байден не пойдет на выборы. Выгодно со стратегических задач. То есть понимая, что при Байдене, при Обаме мы в НАТО не вступим, а это одна из единственных на данный момент у нас механизмов для того, чтобы прикрыться от России, именно вступление в НАТО. Другого варианта, по крайней мере, в ближайшей перспективе, получить и закрыться ядерным зонтиком от ядерной державы, у нас просто не существует. У нас даже 2 реактора затушены на Чернобыльской атомной, которые могли бы работать и давать некоторые ингредиенты для создания ядерного оружия. У нас также их выключили. Опять же, те же самые американцы надавили тогда на Кучму, и он дал команду затушить еще и 2 этих реактора. Единственные, я же говорю, которые остались, которые могут производить ядерное оружие, ну, вернее, компоненты ядерного оружия. То есть это давление однозначно будет. Понимание этого процесса в нашем политикуме есть. И некоторые политики, которые не боятся об этом говорить, вот как один из политиков, который конкретно об этом в информационном поле заявляет. Так оно и есть. Оптимальный вариант для нас, чтобы Байден снялся с выборов по разным причинам. А еще лучше это, если бы демократическая партия убрала вообще в управление над нею, то есть давление обамовской администрации. Убрала бы этих Салливанов, Байденов, Бернсов с управления и Обаму куда-то туда задвинула, откуда его достали в свое время. Еще ж это чудо было в свое время в Донецке, у нас тогда встречали его, сопровождали, я помню, еще в начале 2000-х годов, он еще конгрессменом был, приезжал, контролировал там разоружение, так как по Кольчуге тогда проблемы были, на Подтопазе его возили на завод радиотехнических изделий, смотрел, как разбираются там боеприпасы. И вот так вот отработал, некрасиво. Хорошо встретили, но все равно, тем не менее, отдал Крым и Донбасс россиянам. То есть не в ту сторону его понесло. Потому оптимально для нас, если эту всю обамовскую администрацию демократическая партия снесет, снимет, забудет за нее, что у них мало, что ли, претендентов на пост президента. То есть менять надо Байдена на одного из лидеров только не обамовского пошиба. И тогда демократическая партия может, в принципе, теоретически, по крайней мере, побороться за пост президента.
Хотя у Трампа, конечно, очень большая вероятность того, что он выиграет эти выборы. Пане Романе, і Віктор Орбан після візиту в Київ, після візиту до Москви і зустрічі з Путіним, стало відомо сьогодні, що він відправився в Китай, де зустрінеться Сі Цзіньпінем. Чого добивається Орбан, що він взагалі може нести і чи може нести якусь загрозу? Такой перекормленный голубь мира Орбан сейчас. Ему худеть уже надо, потому что не взлетит в очередной раз. Но если серьезно, ну, он понес эту тему с мирными так называемыми инициативами, которые, читайте, капитуляции Украины, понес ее по миру перед саммитом в Соединенных Штатах. То есть будет давить сейчас уже через мировое сообщество. Ну, это, естественно, это такой посланец Москвы, который будет передавать эти месседжи и носиться с ними там, где его примут с этими месседжами. Тем более он сейчас вроде как руководитель в Евросоюзе, там какой-то представитель, вернее, по крайней мере, высокий, ну слишком высокий, почему уж и в Китай полетел. Так вот, с Си Цзиньпинем, скорее всего, перед этим он, естественно, был в Москве, сейчас Си Цзиньпинем будет утрясать эти механизмы, которыми будут принуждать нас к капитуляции. Вопрос к нашим великим стратегам, геополитикам этим канцелярским. А зачем вы его тогда принимали в Киеве? Это ж вы его легализовали практически для этой задачи. То есть приняли его, после этого он погнал по всему миру к этим всем Путиным и Си Цзиньпинем и так далее. Сейчас еще не удивлюсь, если он появится у Ким Чен Ына. А до этого он уже был на одной там турецкой, так сказать, платформе, где, по крайней мере, не совсем хорошие вещи проговаривались для той же Европы, связанные с Кипром, Северным Кипром. То есть вот такая торпеда получается, довольно-таки тяжелая, которая сейчас, ну уж точно, все поле обгадит, потому что голубь же великий, мирный, обгадит все поле практически, как раз вот этими мирными инициативами. И самое интересное, что канцелярия Украины ему это право практически дала, как бы сейчас не выкручивались. Они перехватили эту инициативу, этой канцелярскую, связанную там с справедливым миром как таковым. Ну вот под видом справедливого мира, естественно, будут навязывать нам капитуляцию. Вопрос просто, канцелярия в этом участвует или нет. То есть они по злому умыслу, по недомыслию, скудоумию этот вопрос решали. То есть вот дали практически этой торпеде в руки такую возможность заставлять нас капитулировать. Ну посмотрим, к чему это приведет, но в канцелярии есть очень большие вопросы, и плохо, что не только у меня есть, или у нас есть эти вопросы. Плохо, что их нет еще у контрразведки службы безопасности. Уже давно пора заниматься этими голубями мира и этими месседжами со справедливым миром, так называемым. Вот еще придумали, а то там никто не понимает, что это капитуляция. Пане Романе, і також 24-та бригада короля Данила, яка обороняла і обороняє Часів Яри, в тому числі мікрорайон Канал, про який ми говорили, який повністю є зруйнований. Вони за кілька днів до виходу з тих своїх позицій показали, як вони евакуйовують наших поранених. Ну, всім раджу подивитися на YouTube-каналі 24-ї бригади, як це виглядає. Це справді небезпечно, але от вони продемонстрували кадр нічні, як вони під ударом артилерії, мінометів намагаються проїхати, евакуювати поранених. Дуже тяжеле якраз само дійство, як таке, для виконання евакуації раненого з поля бою, а тим більше з того участка, з которого йде управляємий відход. Тобто, очень тяжело, и это практически герои, причем у того же уровня, которого и выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Но очень много ребят наших остались живы как раз за счет действий этих безопасников разного. Они разного уровня могут быть, и медики, и парамедики, и непосредственно служащие этой части, или просто друзья, которые своего друга на поле боя не оставляют, возвращаются обратно забрать. То есть механизмов, конечно, много, задач много, но тем не менее. Именно вот такими действиями, такой защитой очень много ребят наших осталось живы.
после, и некоторые возвращаются в строй, выполняют дальше бойові задачі. Ну, тут герої, тут нічого сказати. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 8 липня, понеділок. Обов'язково ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Велика кількість з вас не підписується, але регулярно нас дивляться. Ну і коментуйте і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.